тогда выстрелы были слышны из Шушкента. Было понятно, что это полномасштабная война. Мартакет 7 утра началось. Где были размещены военные части, а потом полномасштабная война. Никогда не было, чтобы тела погибших остались там. В истории не было ни одной случая, чтобы в эти земли вошли турецкие войска. Шок, потому что мы до последнего ждали, когда будет приказ вперед, а вдруг подписает какой-то договор о капитуляции. В первом Карабахской войне мне было 1 год, но я был на руках матери. Ну, а второй, 2016 апреля, я участвовал в войне,
А, 2020? Ну, как долг. Началась война, я рано утром из Мартакерта вышел через Ардамское направление в Арсен. Когда зашел в город Васкирян, начались взрывы. И было слышно из Степанакерта. Через несколько часов уже с ребятами были на позиции. Мартакерт с 7 утра началось. Первые часы, где были размещены военные части, а потом полномасштабная война началась, и не было никаких границ, не было то гражданские, то и военные. Здесь был дом торжества Москва и рядом спортзал для детей. Дом торжества Москва ремонтировали мартакерские диаспоры из Москвы, живущие в Москве. Бизнесмены и состоятельные люди, которые корни идут из Мартакерта. А там мясной магазин был. Год назад, наверное, открылся. Ну, разрушилось. Был частный предприниматель и мясник, молодой человек. Мясо-то было хоть вкусное, свежее? Ну да, местное мясо. Купил с местных фермеров и продавал здесь. Когда выстрелы были слышны из Шушкента, ну, это было понятно, что это полномасштабная война. До последних часов, наши документы были в Мартакерте дома. Я так верил, что даже мои документы были в доме. Это был шок. Мы 3-4 дня не хотели ни разговаривать. Даже те были мужчины, которые третья война была, и они были стойкими. Но как они рыдали, услышав, как руководство говорит о капитуляции, для нас был это шок. Потому что мы до последнего в Мартакерском, Аскерянском и Шахмянском направлении. Мы ждали, когда будет приказ вперед. У нас было в Карабахе место, сейчас Красный базар, Сахнах, и Гадрустох. Это, да, в истории не было ни одной случай, чтобы в этой земле вошли турецкие войска.
Даже нашу всю историю не было такого. А сейчас довели до этого, чтобы Сахнахи, Тогы, Гадруди. Аветаранот. Там никогда не могли турки заходить. Погиб мой брат, мой кузен и близкий друг на этом войне. Ну, в каждой войне было и родственников, и никакая эта беда. Каждый дом приходил, каждый дом. Нет дома, карабахский дом, чтобы беда не дошла до них. Там камни, я собирал камни из моих земли и оставили там. Ну, вот моя земля, часть моя земля, или несколько частей там, южнее. Ну, здесь граница, не можем идти туда. Я выращивал зерновые, зернобобовые, масличные культуры. В Мардагерском районе. Ну, почти 105 гектаров. 105 гектаров площади выращивали нескольких культур. Я в образовании специалист, экономист АПК, агропромышленный комплекс. Мои земли остались там не после войны, а после так называемой распределения границ. И что теперь? Теперь ничего. Нет ни земли, ни инвестиций. 7 лет инвестировал до последней прибыли, до последней лумы, драма инвестировал в землю, чтобы дойти до уровня, чтобы моя прибыль дошла до 15 миллионов годовых драмов. Но сейчас ничего нет. Ни прибыли, не инвестиции. Все потерял и женился? Все потерял и женился. Thank you.
Для меня это была первая война, которую я увидела, и для меня это был шок, и просто я больше не хочу, чтобы мои дети и в дальнейшем кто-нибудь увидел эту войну. Это для нас, для всего армянского народа, это всенациональная, всеармянская трагедия. И я считаю, что нет такой семьи армянской, чтобы не пострадала в результате этой войны. Я как жена и как девушка не хотела бы, чтобы мой муж, например... Родина забрала себе, да, мягко говоря. Родина или небо забрало к себе моего мужа. Я не хочу этого. И... А сына? Сына вообще. Это вообще я не хочу этого. Родина для нас всегда была выше всего и есть, но то, что мы даем Родине, я думаю, что Родина тоже должна нам дать все то, что мы даем ей. И при этом я думаю, я считаю, что пусть наши мальчики, пусть наши мужья, наши сыновья, пусть... живут для Родины, они погибают, они гибнут. Чтобы погибших остались, тела остались там. Этого не было никогда. Лучше 12 месяцев переговоров, чем один день войны. И если я был бы президентом и давал, не расколол общество, наши, ваши черные, белые, ты и тогда собирал. И все сделал, чтобы бывшие, будущие, настоящие были вместе.